Нарядка, блузка, о которой мы так упорно и долго вам говорили. Ну, это что-то такое наконец-то на богатом, наверное, мы получили, Люся, да? Да, наша mm-hmm. любимая блузка, только новый сейчас, принт. Надя, подожди, новая Люся, ткань. Говори, мы смотрим. Какие огни города, я не знаю. Да, рукавчик длинный. Так. Тут у нас капелька, по-моему, да, Надь, извини. Капелька, да, красивое украшение. Рукавчик вточной. На спинке у нас складочка. А ты, кстати, сразу не заметил, девочки, видите, складочка. Она есть, есть. И блузка у нас двойная. Это сверху как? У нас вот такой ткань, и еще снизу у нас идет вот такая сеточка. Какой неожиданный цвет, да, Люся? Да, Зайц, между прочим, бежевая сетка. Интересный. Бежевая сетка, да, она и к телу, и она, потому что ткань, чтобы изнутри более светлый тон был. Как хорошо. Очень красиво. Блузки у нас 56 по 64 размер, 6200. 6200, данке. Ну и вот такая летняя веселая блузочка. Зайчики-кролики. Да, как весело. Очень приятная. Как задорно. Спущенный рукавчик. Воротничок хороший, не под горло, летний. Силуэт прямой, есть разрезики. Эластан есть. Тянется. Угу. Состав у нас вискоза, полиэстер, эластан. Тише, Люся, сейчас мы посмотрим. Тут же кролики. Вот, все. Я же говорю, зайцы или кролики, я не вижу. Пусть будет кролик. Поэтому в этот раз. Чемодан. Крэп-шифон. Крэп-шифон. Да, молодец, моя хорошая. Крэп-шифон. Вот. С 54 по 64 3200. Хорошая блузочка, девочки, берем. К белым брючкам в полоску они у нас придут. Бесподобно эта блузка смотрится. Но она и к черным брюкам красивая. И будет и красным, кстати, тоже очень. Ну да, все очень даже универсальная. Простенькая блузочка на лето, на жару. Просто великолепно, супер. 3200. Да. Добавим цвета в эту серую обыденность. Люся Даймонд и Надя Кляйн. Дальше великие у нас цитаты пошли рубашки. Рубашки. На Наде рубашка. Черная, все прекрасно видят, да, черный. Мы видим складочку сзади, кокеточку, да, сзади увидели. Есть, есть. Вот так вот, девочки, все это исполнено. Люся. Черно-белая, да. Здесь у нас, по-моему, вышивка, да? Надя. Нет, это аппликация. Люся. Аппликация. Вот интересное аппликация слово. Разная клетка. Аппликация. А здесь девочки. Вот это веревочка вся. Да, здесь какой-то веревочка, прям такой красивый это... принт. Да. Удивительная рядом рубрика. Рукавчик у нас широкий, да? Ну, красивый, не знаю, но широкий, девочки. Не узкий. Обычно у рубашек а по манжет пуговичку, узкий. Пуговичку. А Люся, здесь... Люся, Люся, ты посмотри, какая пуговичка интересная. Золотистая пуговичка. Какая же она золотистая, это она перламутровая. Даже Люся. Перламутровая. Да. Здесь черная. А здесь да? Черная. Черная. И вот она, супатная застежка. Вот, наконец-то, да, супатная пуговки застежка, девочки. Кстати, на Люся. Сзади, Надь, вот, дай, можешь Люся, покажу. На спинке. Ты видишь, здесь кокетка. Так. А снизу у нас идет. Что это? Что это? Складочка? Ну, я столько раз уже говорила. Девочки, хочу, напишите чтоб... в комментариях. Я хочу, чтобы ты мне сказал. Люся, никак запомнить не можешь. Люся, я по другому профилю. У меня другая профессия. Я оператор. Люся. Да целый день. Кинооператор, между прочим, в Калифорнии. Ладно, это... все, остановились. С 56-го да. по 62-й размер. Помаши мне еще состав тут. ХБ и эластан. Да. Цена 4800. Ну, супер. Только, пожалуйста, запомни. 4800. 4800, сейчас девочки. Таких цен нет нету, вообще. Вообще. Да. За класс. 7 такие рубашки такого качества перевалили за 7 тысяч. А некоторые за 40 вот толкают. Спасибо нет. большое. Данкишен. На ой, мне какая рубашка. Завязочка. Люся, ты подожди. Ты так неожиданно прям зашла на подиум, на что спинке. Мы тут все в шоке. Так, на рукавчиках. Это что у нас за игривые такое? Такие завязочки. Красивые игривые завязочки. Да, игривые завязочки. Это уже пошел у нас лен. Да ты что, Люся? Это лето летнее. Вот такая рубашка. Со вкусом лета. Цвет яблока. И овощного если салата. Если ты заметил. Фруктового салата. Пуговки. Пуговички какие, да, Люся? Заводные. Вырез. Карманчики два. Рабочих. Нагрудных рабочих. Ой, люблю такие яркие вещи. Сразу хочется с жить, Люсь. С 56 по 66, 7200. 7200, как хорошо. Лен, ты сказала лен, уже, размеры лен, сказала, лен, цену сказала. Все сказала. Все, можешь идти, данкишон. Да? Да. Люся продолжает нас погружать в мир роскоши и богатства. Да. Люся. В мир зимы и лета. Ой, какая молодец, всесезонная
Люся. Да. И зимняя Надя Кляйн. Да. Напишите в комментариях, что со мной не так. Так, Надя. Надежда Кляйн, рубашка еще одна. Черная рубашка. Ну, потому что черная, он и есть черный. Это вообще хит. Ой, а сзади как интересно. На спинке девочки. Спинку покажи ему. Девочки, attention. Надь, подожди, это как вообще? Вау. Да. Воу. Вот это да. И вот здесь тоже. Вот теперь это неожиданно, девочки. Перед, здесь, смотри, как красивая какая молния на кармашке со стразами. Да. Опять же, застежка супатная. Супатная, неожиданно, девочки, неожиданно. Состав хлопок и эластан. О, хорошо. Процедовка только 95 хлопок, 5 эластан. Какое качество. Рукавчик длинный. Здесь есть пат... Нет. Нет, вру, три четверти так. Рукавчик. Есть паты, рукавчик можно собрать, сделать покороче. Но спинка, полный набор, спинка Люсь. Вообще просто изумительная, да, правда? Безумно красивая. Рубашечка с 56-62, стоит 4600. Данкешен, Надя, спасибо, Люся. А сейчас Люся Даймонд погружает нас в мир роскоши и богатства. Какая шубка мягкая. Ой, Люся. Я в ней просто утонула. Она легкая, как мягкая. Нежно. Это естественный искусственный мех, это понятно. Гринпис, мы боремся, да. Конечно, мы боремся. Мы сами чтобы не трогали никаких, да, зверушек. Жили и процветали, да, Люся. Цвет белый. Просто эффектный цвет, да, бомбический, да, цвет. Бизнес-леди, автоледи, да. Бизнес-леди, успешная, всего достигла сама, никому ничего не должна, девочки, да. Подкладка, понимаете, лучше. Розовый леопард. О боже, какая красота, девочки. Кармашки. Я не могу. Кармашки тоже есть. Я не могу, есть. Девочки, какая рукавчик красота. Спущенный, три четверти, широкий, мягкий, ну, легкий. Что за зимнее волшебство, Люся, боже. Да, руки все вытерли. Какая красота. Вытерли, нет, да. У меня руки чистые, это зря, кстати, да. Намекаешь. Я не про твои руки, я про на свои. На все эти вещи. Ты тоже вроде моешься, слава богу. 12 800. О, еще и affordable, девочки, как 56, 58, 60, 62. Зимняя сказка. Два размерчика в ваших руках, девочки. Под шубку это уже такая не менее эффектная штучка. Посмотрите, да, как раз. И большая роза. Женственная, да. Ее звали Роза Доусон. Хотел сказать блузочка, но это больше джемпер. Хотя, а что, ты что знаешь, там рукавчики? Давай посмотрим, Люся, интересно, красивенько, нежненько. Красивые, о, как рукава. Издалека блестит. Да. Паты с жемчугами. Да, это нарядочка такая. Невероятно. Ну-ка, кружись, трикотажик, куражься. Рукавчик широкий. Кружись, паты, да? Люся, раз. Подожди. Два, три. Раз, два, три. А здесь принт какой. Такая давайте эффектная, пыльная большая. Роза, да, девочки. Пыльная в бриллиантах, роза. Стразах. Сама нитка у джемпера такая шелковистая, вообще бесподобная. Мягко-мягко. Вот она сейчас на теле просто на мне играет. Вот так катится. Вот тебе вся блузка, хорошо, мне тебе просто уютненько. Мне просто прекрасно, да. Так, Люся, какой состав и how much скорее нам? Разрезики еще. Разрезики еще, девочки. Вот так вот, раз. Стоит 5 800. На мне 56 размер. Так. А состав есть какие? Состав, тебе говорю, хлопок, вискоза. Вязанка здесь. Все как мы любим. Да, как мы любим. 5 800. А размерчики, Люся? А, одна 56, осталась. Внимание, покупаем, да, поторапливаемся. 56 одна размер, рукавчик, девочки, широкий. Вот блузочный, да, не жим. Вот, ну, сам видел, показал, да? Да. Какие паты красивые, какие украшения. Просто сумасшествие, роза, девочки, бесподобная. Красота. И длина с брючками. Скоро 8 марта. Ночь темна. Да, длина. Украшайте себя. Все а для скоро, вас. Скоро, насколько скоро? Ну, скоро уже. Через, да, неделю. Ой, через неделю хотел через сказать. Через два дня, ты еще скажи. Да. А что? У нас в душе. У меня лично в голове уже 8 марта. Вечная весна. Ну, у меня уже весна и лето. Весна. А потом 23 февраля еще, понимаешь, Люсь? Ну, а что 23 февраля? А я не знаю, что это. Мужчина, он должен быть. Мужчина. Мужчина. Он просто должен быть. Мужчина, женщины, будьте, всегда будьте. А мужчина должен быть одарен подарками, Люся. Батюшки! Конечно! Вот это что за новость а такая? А что? У тебя оператор мужчина, он любит, когда ему дарят директор подарочки. Директор мужчина. Да, Люсь. Я ой, не против. Сколько мужчин? Я не против. А зато на наш женский праздник, смотри, их двое, а нас много. И вам открыточка будет, и будьте всегда будьте. Да, спасибо. Еще одна рубашка. Еще, да, одна классная цвет, рубашечка, девочки. Потому что черный цвет в рубашках, это, по-моему, самый стильный цвет, который может быть.
Ну, я люблю черный рукав. Цвет, Люся. Рукав. Но это совсем необычно, Люся. Ты посмотри, сколько здесь всего. Цветы из драгоценных камней, Люся. Ты это видишь, да? Да, пышный он какой. Пышный, ты видишь, какой, да, рукав? Очень неожиданно. Воротничок. О, какой плотный воротник. Там, видно, проклейка шла. Тканевая, да, такая сеточка. Плотный воротник, не мягкий. Стоит очень красиво. И хлопок здесь вообще. Хлопок такой, ну... Мощный. Хлопок хлопковый, да. Да, не знаю, со вкусом эластан хлопка, у нас, да. Есть эластан, есть. Но не слишком, есть, да. Есть. Ну, наверное, 3-5%, бриллианты, как обычно, да. Девочки. Кармашек тоже красивый у нас, отделка. Еще ближе, да. Длина. Так, у нас по бокам совсем маленькие-маленькие разрезики. Чуть-чуть, да, чуть-чуть. С 56 по 64 размер, они большемерные, 6400 в черном цвете. И в белом цвете. Ой, белый тоже как богато. Посмотрите, девочки. Вы только загляните. Белый смотрится вообще вау. В мир роскоши. Да. 6400. Хорошо. Пишите, звоните, приходите. Мы всегда на связи. Ну как, не ночью, конечно, ночью мы спим. Да. И всем тем подписчикам, которые многие делают заказы, огромная просьба. Пишите, пожалуйста, просьбы, ваши вопросы, заказы с 9 утра до 9 вечера, потому что раздаются звонки и ночью по московскому времени. Московское время. Это важно, Люся. Потому что я понимаю, у всех разные пояса и время разное, но потому что ночью я сплю. Я не в состоянии и ночью еще работать. Да ладно. Да. Ну что, до новых встреч!